пока знаю, то зумя від пальми. Джунглі – это з длинненькою палочкою і з листочками. Пальма. Джунглі – это лес в обезьянах. Джунглі – это такой лес, там, где водятся всякие животные. Например, мартышки, крокодилы. Джунгли – это пустыня, и там можно кататься на лианах. Акация. Море, оно может не босое, но океан очень босое. Это когда фоткают людей. Акация – это такое дерево, как и все деревья. Акация – это такое дерево с шипами. Акация – это сумасшедшая пустыня. По ним можно летать. Они очень длинные. Лианы – это такой розовый цветочек. Пушистый, большой. Лианы – это такие деревья, которые обвешиваются не лианами. Лианы – это такие деревья, ну, по которым можно лазить. Лианы – это длинные листики зеленые, и на них можно кататься. Машина. У нее 4 колеса. Одна кабина до руля, и там еще пассажирская рядом до руля. Это круглое растение, которое нельзя есть. Зеленого цвета. Маракуйя – это овальный фрукт, который зеленого цвета. Маракуйя – это такой фрукт, который растет в джунглях. Маракуйя – это зеленый фрукт. Золото. Овальное, я не знаю, какое оно, но я знаю, что оно золотое и блестит оно. Амазонки – это пушистые оранжевые котики, большие. Амазонки – это голые люди. Амазонки – это такие люди, которые живут в Африке. Они черные, но у них могут быть прически с ниток. Амазонка – это сумасшедшие джунгли. Это такой мультик. У него миска весь какой-то. И какой-то фиолетовый кто-то такой. Маугли – это оранжевый большой медведь. Маугли – это человек тоже живого. Маугли – это человек, который живет в джунглях вместе с животными джунглей. Маугли – это человек, который живет в джунглях, и он выглядит серого цвета. Это оно силое, металла как золото. Кокоду – это большой попугай. Кокоду – это заяц серого цвета. Кокоду – это такое животное, которое живет в джунглях. Это наподобие обезьян, только чуть-чуть побольше. Кокоду – это тигр зеленого цвета. Три вещи. Палки до костла, спички и рюкзак. Костюм, как ходят в джунгли. Еще шапку от солнца. И яблоки, фрукты все. Рулетку. Игрушку. Самолет. Я бы взяла с собой бинокль, лупу, какие-то баночки, чтобы взять из джунглей, это листики или еще что-то, и потом посмотреть в микроскоп, что там. Теплую кофту, сапожки и шорты.